И Максим Ковтун, наверное, откроет настоящий турнир по мужскому одиночному катанию. Настоящий турнир, настоящий мужской турнир с четверными прыжками. Да, ну давайте, дорогие телезрители, займем пальцы в кулаках и будем переживать, болеть и желать хорошего проката. 17 лет этому парню, он родился в Екатеринбурге, день рождения у 18 июня. И вот его короткая программа под Марис Жара. Очень важный для нас момент. На чемпионате Европы Максим был седьмым после короткой программы, 74,46. Почти два месяца у него было перед чемпионатом мира на подготовку. Готовился последнюю вот эту неделю в Детройте. Стоять. Молодец, тренажер. Хорошее вращение, энергичное, хороший центров, четкие позиции. Молодец, тройной луз есть. Четкие шаги, очень четкое реберное скольжение. Да, очень непросто, конечно, пришлось Максиму. Да нет, конечно, тяжелая задача была, ответственная задача, не тяжелая, а очень ответственная. Ну ничего, его плечи легла. Тоже на чемпионате Европы ошибся в короткой программе, но потом... Ну это ошибка, видите, 3-3-1 прыгнул только в каскаде. Ну очень обидно, конечно, что он на автомате добавил вот этот вот один оборот, и получился, что каскад уже все. Может быть, вторым прыгнул, ну, да. Ну, конечно, вторым. Он мог бы к Луцу добавлять, и... Был бы там тройной тулуп добавлен к Луцу, и, по крайней мере, тогда бы ему засчитали, как этот тулуп с шагов. Очень много у него соревнований в этом сезоне, потому что юниорская серия Гран-при, там не два старта, там больше стартов, потом финал Гран-при у него был, чемпионат России, чемпионат Европы. Вообще вот этот момент, когда талантливый... Высота хорошая была, я сейчас смотрю, знаете, амплитуда хорошая, что же не надо было крутить 4 оборота. Ну так, конечно, легко рассуждать. Но вообще у парня такие линии несколько североамериканские. Да, вы знаете, он четкая пластика, не очень четкая. Он не разболтан на льду. Не по-российски выглядит. Он собран, очень собран.
он там чуть-чуть, хореография у него такая чуть-чуть американская. И это, конечно, импонирует. Он до нынешнего сезона катался в группе у Николая Морозова, но вот летом произошла смена тренера, он перешел в ЦСКА. Вот теперь будет что писать. А ты на несколько дней буквально что? Нечего писать. Это, я так понимаю, Татьяна Анатольевна ему за твиттер уговаривает. Сейчас самое главное, знаете, как вот настроение поддержать спортсмена, чтобы все-таки впереди еще произвольные программы, и, конечно, все может быть по-другому через один день. 65-85. 65-85. Ну что, выдохнули? Ну да. Выдохнули. Мы в произвольной, да. Но это уже здорово. Мы очень далеко в произвольной, но, по крайней мере, в произвольной. Ну, конечно, вылететь из произвольной шанс был невелик, небольшой, но был. Ну да.